В доме Рио прошло заседание Международной комиссии Российского исторического общества, посвященное 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Международная комиссия Российского исторического общества под руководством академика Чубарьяна является центральным звеном в системе 12 двухсторонних комиссий. Ученые из более чем десятка стран – Германии, Австрии, Франции, Израиля, Норвегии, Польши, Украины, Белоруссии и еще целого ряда государств – собрались вместе, чтобы обсудить подготовку к предстоящему юбилею общей для всех победы над нацизмом и сверить часы по основным направлениям дальнейшей работы. В следующем году в Москве под эгидой Российского исторического общества состоится большая международная конференция, посвященная 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Я надеюсь, что историки разных стран, невзирая на различия в оценках отдельных событий, встретят этот юбилей вместе и тем самым подадут пример ответственного отношения к нашему общему прошлом. Самое важное, что мы начинаем, я так и надеюсь, это мое личное мнение, что мы начинаем с теми вопросами, которые нас связывают, и включаем, так сказать, с самого начала то, что нас разделяет. Потом, как второй шаг, мы потом пойдем к всеми этими проблемами и темами, которые больные. Больнее на нашем пространстве. И мы, как историки, знаем, что есть такие проблемы, и их надо обсуждать в хорошем, дружественном и научном кругу за столом, как здесь, в историческом обществе России. С целью противостоять постоянному переписыванию истории и искажению исторических фактов, несколько лет назад была создана Международная комиссия Российского исторического общества. На данный момент она объединяет более десятка различных двусторонних комиссий историков, каждая из которых ведет свои проекты. Среди них немало важных издательских инициатив. Ранее в свет выходили, например, совместные российско-австрийские и российско-германские исторические сборники. В работе комиссии есть безусловные достижения. Например, первое совместное пособие по истории российско-австрийских отношений, каждую главу которого писали вместе российские и австрийские авторы. Учитывая общую историю и огромный массив накопившихся для изучения вопросов, известный украинский историк Петр Толочко, принявший участие в конференции в Доме Рио, предложил расширить формат этой комиссии. Так сложилась история, что все три восточнославянских народа, русский, украинский и белорусский, выросли из единого древнерусского корня. Прозвучала замечательная инициатива академика Петра Петровича Толочко о создании такой трехсторонней комиссии. Мы хорошо знаем вот эту идею Петра Петровича о том, что Россия, Украина и Белоруссия — это три ветви одного дерева. История наших стран растет из одного корня, из единого такого общего ствола. Поэтому совместная комиссия, трехсторонняя комиссия российских, белорусских и украинских историков вполне может оказаться жизнеспособной. Главное, есть предмет для ее работы. В ходе заседания состоялась презентация книги генерального секретаря Международного комитета исторических наук Катрин Орель, Франция. «Европа, которую называют центральной. От Габсбургов до европейской интеграции». Для нас это не просто история, не просто исследование. Большинство из нас, да практически все, педагоги. Это здорово, что российская историческая наука развивается, и у молодого поколения есть возможность знакомиться с историческими фактами. Что же касается только создаваемых или недавно созданных комиссий, то здесь география сотрудничества тоже расширяется. Есть разные комиссии, например, германо-российская комиссия историков, есть и такие комиссии с другими странами. И у каждой комиссии есть свои итоги, результаты, хорошие результаты, учебники, пособия,
будущие проекты. И это наша база, наш фундамент на будущее. Мы все смотрим на следующий год, будет 75-летие окончания Второй мировой войны. Это важно устроить совместную научную конференцию, и об этом мы сегодня говорили. Обмен мнениями, поиск точек соприкосновения, объективность и налаживание связей там, где большая политика старательно их рвет – это, пожалуй, главная задача историков, которые взяли на себя роль дипломатов от науки.